29 или 30 октября было. Был дождь сильный. Я на Максима Горького села в автобус. И я, видимо, пока там возилась, а карман был неглубокий, и мне выскочил. Это удостоверение упало. Но когда я приехала к себе на Миронова, я пришла домой, а удостоверение нет. Конечно, было несколько дней бессонных ночей даже. Я настолько растерялась и испугалась всего этого. Ну, потом пошла в наш Первомайский район, в соцзащиту. Мне сказали, что надо идти в МФЦ. Через МФЦ это все. Ну, там подала заявку. Звонит мне знакомая. И я даже сразу не поняла, чей это голос. Она: Люба, так и так, сейчас по радио передали, что, значит, нашли твое удостоверение. По радио? По радио. Она сказала, я не поняла, то ли по радио, но она мне сказала: газета «Наше время». Нашли твое удостоверение, так что вот так, вот так. Я говорю: а я уже заявку. Она: ну ничего страшного. Я, значит, звоню тут же дочери: давай мне номер телефона «Наше время», газеты «Наше время». И она мне дает, наверное, там несколько номеров, ну, по интернету посмотрела, естественно. Я все звоню, начала звонить в «Наше время», разбираться. И девочки сказали: нету еще, там прямой эфир был, еще нет в редакции, значит, попозже. Ну, в общем, попозже они мне позвонили и сказали, что так и так. Может, кто-то и выбросил, а денег у вас не пропало? Нет, здесь нет. Посмотрели оно, да? Потом протрете, вы даже его не трогали. Мы сейчас подберем вам еще нашу подшивку. Ой, с удовольствием. Дадим вам сейчас посмотреть и постараемся найти спонсора, чтобы вам выписать газету. Вы будете читать, если со своими, да, конечно. Мне дочь надо там где-то, я даже захожу.